Огромные площади завода МДФ в Мортке и его инфраструктура еще послужат экономике. Здесь идет подготовка к созданию индустриального парка для предприятий деревопереработки. Одна из причин неэффективности завода МДФ – его однопрофильность. Теперь речь идет о многопрофильном производстве. То есть, кроме плит, тут планируется устроить и лесопильные линии. Все зависит от резидентов, которые сюда зайдут. Сегодня территорию просмотрела специальная комиссия, в которую вошли представители окружных департаментов, местные чиновники и работники управляющей компании промышленности. Парки Югры. Компания как раз и будет реализовывать здесь индустриальный парк. Весь процесс идет в соответствии с дорожной картой. Например, сейчас главная задача – отопление помещений, чтобы сохранить оборудование и инфраструктуру. По словам специалистов, здесь для этого все готово.